эту цель преследовать после того, как мы вначале, ну, выдержим бурсты монаха. Собственно, главное. Усталый тут монах. Пошли по мне. Тебя тринканул. Тринканул. Ну давай. Поражение. А хороший стан, очень хороший. Хороший стаж. Поэтому шаман эти будут. Не, игнорируй. Вы видите, смотри, видишь, полностью okay. Закрыли. Вот, поэтому она просто чисто открытая. Вот, да. Монах, поехали. Все супер, красота. Блин, мне все мне сбивает. Да, это хорошо, зато я на приказе, понимаешь? Держу в страхе таком, что. Овцую шамана. И поэтому буст по монаху сильный, очень сильный. Опять сражение произошло. Так, у меня 3 секунды до... Ага, все, давай. Ну что, у нас маны мало. Да что-то так пока. Сейчас стан дам. Нет. Не могу, не успею, нужно к тебе поближе, к Шаме поближе подойти. Вытащите этого. Вообще ничего не могу. Ну, я знаю. Тяни в другую часть карты. Надо их за эту затянуть, чтобы труль вышел. Меня выкинуло. Давай.
Блин, я нормально по нему дал, но теперь дал мне долго. Бежать от них. Вы монаха? Должен забить шамана, я тебе скажу. Бля, еще раз овцую. Отзвониваю тебя, просто чтобы ты выжил, даже не пытайся кастовать, уходи. Потому что они вот за этот раз они точно убьют. Кажется. О, друид открылся. Я от этого бегу. От шамы. Бля, все. В целом монат. А, блин, за это. Дринкану. Не смогу зафилить его. Так. Вообще, крепко идет. Очень. Блин. Хорошо ушел. Успел. Его отличный шаг, вообще идеально. Секунд, 3, 2, 1. Да, попробуем. Они на нашего шаму согрелись. Другой? Ну, нужно по мане все. Хороший эфир. Да. Повторю, по манаху хит. А, шел. Мама, нужно попробовать убить. Нет, не убьем. Ладно. Попробуй зафирить. Собивание каста все на мне. Ну да, просто ну, мы прям вообще ничего не можем сказать. Это просто. Монах хорошо ушел. Может быть, даже его сейчас. Зафирил. Шаман, конечно, делает. Пытается выжить как может вообще. Даем вообще монаха, в смысле, не предложим. Не знаю,
хотел всех застанить. Эфир над руля. Да. Вот это бой. Вообще тяжко, конечно. Короче, 11 минут, слышишь? Ё-моё.